Винхайма, Кандинский, подлинник. Между прочим, архитектор, ну я чуть попозже покажу это. Райт построено, это внутреннее пространство, построено в 1959 году. В самом начале учебного процесса, когда учились на архитектуре, вот эти имена звучали, ну и сейчас они звучат, конечно, как легенды. То есть вот сейчас мы находимся, это здание музея Гуггенхейм, то есть архитектор Райт. То есть мы все это видели на картинке, но вот мне как бы довелось это посмотреть воочию. Очень интересное, необычное решение архитектурного пространства. Посмотрите, это пройди здесь камерой, пройди. Очень впечатляет.